Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Info, перед нами находятся наушники SchoolCandy Dime. И сейчас мы разберемся, как сделать рестарт наших наушников, если работает только один. Итак, допустим, появилась такая ситуация, подключился один наушник, второй не работает. Чтобы их синхронизировать, мы нажмем 4 раза обе кнопки наших наушников, они отключатся, синхронизируются и обратно подключатся к тому девайсу, к которому были подключены. То есть, 1, 2, 3, 4. Ничего не произошло, давайте еще раз. Окей, попробуем их выключить. Включим обратно. Это может не решить вашу проблему. Поэтому в этом случае опять нажимаем эти 4 раза. 1, 2, 3, 4. Хорошо, надо это быстро сделать, оказывается. Потом они немного помигают, синхронизируются и подключатся обратно к девайсу, который уже был. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!